Всем добрый вечер, очень приятно, что вы присоединяетесь, очень рада вас всех видеть. Что, с чего сегодня начнем? Во-первых, я приношу свои извинения, у нас не получились встречи с виноделами на этой неделе обещанные, но это такой форс-мажор, потому что у всех свои дела, у кого-то по техническим причинам не получилось, мы обязательно проведем эту встречу, но я думаю, что несколько позже. И поэтому я предлагаю просто сегодня, я решила обсудить тему, которая, в общем-то, постоянно эта тема очень популярна в соцсетях, и, к сожалению, всегда вокруг этой темы много недостоверной информации. Поэтому я думаю, что нужно уже как-то это все собрать в один эфир и как-то озвучить. Тема у нас сегодня природно-полусладкие вина. Как раз те вина, которые вообще-то считается, это большой стереотип такой еще, который с советских времен существует, что грузинское вино — это красное полусладкое, как минимум. Это не так, но, тем не менее, это очень такой распространенный стереотип, и при этом он имеет подтверждение. Да, добрый вечер, Алексей Михайлович, добрый вечер всем присоединяющимся. Очень рада всех видеть. Для начала покажу, у меня сегодня, знаете, это сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, у меня сегодня прекрасное вино, это редкий случай, когда я сегодня провожу эфир, нет, не с полусладким, да, Алан Бегати Бар, очень рада видеть тоже, присоединяйтесь, сегодня провожу эфир, редкий случай с грузинским вином, это Цинандари. Это вино, которое, во-первых, я считаю, что на сегодняшний день это самое красиво сделанное цинандали, которое, в принципе, и в Грузии я пробовала. И по счастливой случайности у нас есть это вино в Москве. И если что, обращайтесь. В общем-то, это вино есть и в недавнем обзоре, кто видел, оно есть и в галерее градусов. Если нужно кому-то, обращайтесь к компании Avivine. Они занимаются поставками этого вина в Россию. Опять же, скажу, что это не реклама. Ну, если только совсем чуть-чуть. Это действительно вино, которое мне нравится. Я его выпросила в подарок, именно это вино, потому что оно действительно того стоит. Интересный момент, что оно, это вино... Виноделие находится в Кварели, то есть это не совсем в той микрозоне, но виноград из микрозоны Цинандали. Это небольшой производитель Сисиашвили Марани. Находится винодельня, как я уже сказала, находится в Кварели. Здесь, как положено для Цинандали, 85% сорта Аркацетели и 15% сорта Кахурим Цваны, и еще присутствует выдержка в дубе. Она непродолжительная, 6 месяцев, но, тем не менее, очень хорошо интегрирован дуб здесь. Он дает объем, дает тело этому вину. И я еще прошу обратить внимание, 2015 год для винных специалистов, которые утверждают, что Цинандали – это вино, которое совсем там через 2 года оно умирает. Да, то, что стоит у нас совсем дешевое вино, к сожалению, оно было дискредитировано. То, что стоит у нас на полках в супермаркетах, дешевое вино, оно действительно долго не живет. Но этот вариант, вот я уже еще раз говорю, 2015 год. Я пробовала в прошлом году это же вино 2013 года, находясь на винодельне. И оно было в прекрасной форме, в прекрасном состоянии. То есть, если вам хочется попробовать... При том, что если кто меня знает, кто давно со мной общается, знает, что я люблю больше грузинские сорта, сделанные по кахетинской технологии, в квевре, в кахетинском варианте. А здесь версия, когда это европейское вино, сделанное в европейском стиле. Вот посмотрите, просто абсолютно цвет. Вот он, это... И это прекрасный вариант как раз грузинского вина, это сделано по европейской технологии. Ну ладно, с вином у меня сегодня все хорошо, наконец-то такой случай. Да, не полусладкое, не совсем в тему нашего разговора, но, по крайней мере, грузинское. Так вот, что касается природно-полусладких вин.
То, что считается, многие думают, что грузинское вино, оно как раз полусладкое, есть основания для таких стереотипов. Если мы сейчас посмотрим, скажем, на схему, сейчас, если у нас получится, очень надеюсь на это. Вот, смотрите, картинка по экспорту. Вина грузинского, но это вино, именно вина с защищенным наименованием места происхождения. То есть это так называемые апелласьонные вина. И вы здесь можете увидеть, это цифры по экспорту в 2019 году во все страны, это не только Россия. Не только у нас любят и помнят полусладкое вино. Есть еще бывшие соцстраны, и в Китае тоже любят. Так вот, посмотрите, на первом месте с большим отрывом наименование как раз Кинзмараули, то есть это красное, природно-полусладкое из сорта Саперави. Разного качества, разного уровня, но смотрите, 17 миллионов бутылок в прошлом году было отправлено именно наименование Кинзмараули. Здесь же мы можем, я просто хочу, здесь же в эти шесть вин попадает и Хванчкара. Хванчкара, ну, это уже гораздо меньше цифры. Посмотрите, это 1 000 000 бутылок у нас Хванчкары. И примерно так постарайтесь запомнить эти цифры, потому что я их еще буду использовать дальше в дальнейшем нашем разговоре. И самое небольшое количество, ну, казалось бы, небольшое, 298 тысяч бутылок, это белое полусладкое вино с наименованием Твиши. Можете во время эфира, еще раз я напоминаю, задавайте вопросы, я с удовольствием буду отвечать. Если у кого-то что-то накопилось или где-то по ходу будут возникать вопросы, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Итак, начнем с того, что эти природно-полусладкие вина – это, вот, наверное, самое большое количество мифов и легенд. И опять же, как и, собственно, по любым другим сортам, небольшое количество информации достоверной, небольшое количество информации на официальных сайтах. И в связи с чем вот различные домыслы, в том числе использование очень часто Википедии, к сожалению, информация в Википедии недостоверна, и эту же информацию все друг у друга постят, просто берут, и поэтому это все просто катастрофически размножается, к сожалению. Так вот, первое, наверное, самое у нас по всем, по количеству мифов всех и легенд у нас, естественно, какое, как вы думаете, какое вино? Это вино Хванчкара, конечно, да? Начиная, легенд много, начиная, вот очень тяжело бороться, и сами продавцы с удовольствием поддерживают эти мифы. К сожалению, начиная от того, что это любимое вино Сталина, я думаю, что это все с этого начнем, да, это везде, каждую эту пытаются это показать, что Сталин любил это вино. Я уже несколько раз писала по поводу вот этих легенд по поводу любимого вина. Просто коротко скажу, что достоверно никакого любимого вина, естественно, Сталина не было. Единственное, что да, он упоминал Хванчкару, иногда угощал на конференциях гостей иностранных, и в связи с этим вот пытаются это приводить как доказательство. Более того, по поводу любимого вина существуют разные версии. То есть все, кто могут... Толя, здравствуй, тебе вот прям отдельный привет. Рада видеть тебя. В Казахстане сейчас уже на 3 часа больше, уже пора спать, но стойкие люди, молодцы. Самые стойкие, наверное, у нас вот Казахстан. Так вот, по поводу любимого вина. Версии существуют самые разные. Самая популярная версия – это Хванчкара. Также в этом списке присутствует Усахилаури, про которую мы тоже сегодня будем говорить. Также, ну, тем не менее, считается, что это вот историческая фигура, и Сталина все-таки приплетают. И кто может, тот вот, начиная от Хванчкары, как я уже сказала, потом Усахилаури, потом, поскольку Сталин был родом из Гори, начинают сюда же приплетать сорта местные. Они говорят, что если он был из Гори, значит, это Картли, то есть он любил картлийские сорта. То есть это какие-то из Атенского ущелья, это Чинури, Гарулем, Сваны, разные варианты присутствуют.
И также вспоминают, в моей практике были, вспоминали и охошение, и, естественно, часто любят вспоминать кинзмараули вино. То есть какой-то такой список, в основном полусладкий, но туда же приплетают еще картлийские сорта. Просто могу сказать, что никаких подтверждений нету, как я уже говорила, поэтому никакого любимого вина Сталина не существовало. Даже винодел до недавнего времени, который был жив, винодел, который еще для Кремля они поставляли вина, и для Сталина в том числе, даже он говорил, что никакого вина любимого не было, и ничего об этом они не знали. Поэтому давайте уже как-то отходить и не спекулировать на именах. Вино должно говорить само за себя, своим качеством, но никак не приплетая какие-то, не нужно приплетать какие-то исторические личности. Так вот, самая популярная по поводу Хвончкары, самая популярная легенда — это про Сталина. Дальше идут рассказы про то, как этого вина мало катастрофически. То есть то, что распространенная версия, что вино нужно, настоящее вино можно попробовать только на месте, и при этом оно производится в очень небольшом количестве. Это следующая моя любимая такая легенда, в кавычках она у меня такой называется, «Его мало». Так вот, вот это вот «его мало», да, это сводится к тому, что начинают рассказывать, что это только одна деревня, и там выпускают в количестве 10 тысяч бутылок. Я не знаю, откуда берут эту цифру в 10 тысяч. Мне буквально даже не так давно один человек утверждал, что он вот сейчас позвонит специально для меня своим родственникам, врачу, и он позвонил якобы и назвал тоже цифру в 10 тысяч бутылок. Ну, на самом деле, давайте так вот разберемся, просто если мы будем подходить формально. В микрозоне цифры, кстати, тоже, которые официально нигде не публикуются, но тем не менее, эти цифры в новостях озвучивались, поэтому я могу сказать, что в микрозоне сдается винограда. Фончкара делается из двух сортов винограда: Александраули и Маджуритули. Какие-то предприятия имеют свои виноградники в регионе Рача. Регион Рача находится у нас, сейчас мы вспомним, где у нас находится. Это считается родиной как раз природно-полусладких вин. Вот смотрите, у нас северо-запад Грузии, такой вот темно-желтого цвета такой участок. Этот регион называется Рача-Личхуми и Нижняя Сванетия, административное деление. Так вот, то, что касается вина, то, что нас интересует, это у нас, если красную точку такую, вот, к сожалению, у нас это все мелко, но тем не менее, красная точка видна. Это Амбралаури, это город, это райцентр как раз региона Нижняя Рача причем. Есть еще Верхняя Рача с центром в городе Они, и там уже виноград не растет. Там красиво, там озера, там снежные вершины, альпийские луга, но это не история не про вино. То есть это тоже красивый очень регион. Но как раз та история про вино, которая нас интересует, это Нижняя Рача с центром в городе Амбралаури. Вот там то красная точка. Если мы немножко сдвинемся левее, там у нас будет соседний район под названием Личхуми с райцентром в городе Цагери. И там у нас находится вино, белое вино полусладкое, тоже это защищенное наименование, место происхождения, наименование Твиши. Белое полусладкое из сорта Цоли Каури. Так вот, вернемся опять мы к Хвончкаре все-таки. И что здесь у нас? Так, одну минуту. Собственно, вот она, как у нас выглядит микрозона, я пока включу эту картинку. Вот эта карта, которая у нас до недавнего времени официально, это было на сайте патентного органа грузинского САК-патенте. Вот эта карта, а в принципе она сейчас, на сегодня тоже эта карта, прошу прощения, они пока не поменяли. Так вот, по поводу одной деревни, посмотрите. Вот там посредине это река Риони, самая большая река в Грузии. Очень интересная, очень красивая, вообще моя любимая река. И вот на правом и левом берегу как раз микрозона.
Так вот, в микрозону входит 30 населенных пунктов, никакая не одна деревня. 30 населенных пунктов, причем захватывается еще соседний регион Личхуми, и туда же входит еще, то есть Арбели и Альпана, два населенных пункта из соседнего района, тоже входят в микрозону. Да, считается, что самыми лучшими, хорошими участками для хванчкары считается как раз именно сердце микрозоны, непосредственно деревня Хванчкара, населенный пункт, Тола, Бугиулина на противоположном берегу, то есть вот это сердце микрозоны. Виноградники сейчас находятся в основном, я сейчас рада всех еще видеть, спасибо, что присоединяетесь, я покажу, как это выглядит так. Если у нас со спутника. Вот вы видите, да, вот у нас как раз посредине, там у нас Рионе протекает. Вот такой самый большой населенный пункт, если видите, там это Амбралаури. И вот здесь я покажу, как то же самое у нас выглядит, чтобы было видно ландшафт. Вот тоже видно, посредине у нас там река, и как раз по двум берегам, то есть у нас идут деревни, и там же у нас виноградники. Да, либо раньше виноградники были выше в горах, потом люди жили там выше, потом спустились все-таки ближе к реке. И сейчас вот у нас по двум берегам Рионе у нас как раз находится микрозона Хванчкара. Как я уже сказала, 30 населенных пунктов, никакой одной деревни. Так вот, в этой микрозоне собирают 1500-1600 тонн, не собирают, сдают от разных хозяйств, то есть принимают это, вот таким образом считается урожай, 1500-1600 тонн, теперь мы можем умножить на разрешенные 7 тонн с гектара урожайность и на выход 0,65 с тонны вина. И таким образом мы можем примерно посчитать, что легко цифры, которые мы видели, экспорт 1 000 000 с небольшим, они легко перекрываются. То есть никаких 10 тысяч бутылок, здесь больше 1 000 000 бутылок легко получается из этой микрозоны. То есть все формально и официально у нас все сходится. Поэтому есть отчасти люди, которые говорят, что нужно пробовать это вино на месте, они отчасти правы. Но откуда это пошло? На самом деле, вообще я, наверное, начну с того, как, собственно, сама технология, почему она произошла. Да? То есть это природно-полусладкие вина, они получались каким образом? В этом регионе жаркое лето и с такой очень хорошей влажностью. Практически нет никаких воздействий лишних негативных извне. То есть это котловина, окруженная территориально, это котловина, окруженная со всех сторон холмами. Лето жаркое, достаточно влажное, и при этом еще такая продолжительная и мягкая осень, когда достаточно высокие температуры днем, и никаких при этом, как я уже сказала, особых катаклизмов не случается. И получается, что у нас высокий сахар, в достаточной степени набирается вся остальная составляющая, то есть и полифенолы, вся ароматика у нас там достаточно сложная получается. Так вот, сахар высокий, а урожай в этом регионе собирают достаточно поздно по сравнению с той же Кахетией. Если в Кахете начинают уже в конце августа собирать, и это сентябрь в основном, врачи собирают в этом регионе, собирают в октябре, и сейчас стали уже раньше, там климат меняется. Ну, представьте, что собирали в конце октября, и в начале ноября уже начинаются заморозки. То есть днем тепло, и тепло очень так достаточно долго, а ночью уже холодно. И брожение останавливается естественным путем. Раньше, когда изготавливали в глиняных кувшинах, закопанных в землю. Сейчас мало кто. Сейчас есть такое врачи, но кувшины остались в хорошем состоянии, уже мало у кого.
Ну так вот, если это вообще еще под открытым небом кувшины, то есть у нас начинаются заморозки, у нас брожение, сначала оно замедляется, потом останавливается, то есть это практически не доброд. Сахар остаточный у нас получается, это природный сахар. Естественным путем он остается у нас в вине. Очень рада видеть, Георгий. Присоединяйся к нам. Очень приятно. Еще раз всем добрый вечер. Ну так вот, естественным путем сахар остается вот таким образом, когда у нас наступают холода. Затем, если это еще под открытым небом у нас кувшины были, у нас наступает зима, морозы, у нас дрожжи погибают, винный камень выпадает, и все, вино таким образом до весны оно сохраняется вместе с остаточным сахаром, который, как я сказала, это естественный сахар природный. Летом следующим, ну потом весной это вино переливают. Естественно, при наступлении тепла летом это вино слегка начинает искриться, играть, появляется углекислый газ. Ну, это спасает переливкой в другие сосуды, да, и к тому же это вино, которое выпивается очень быстро, то есть оно не успевает, в общем-то, испортиться. Сейчас это у всех по-разному происходит, если это в домашних хозяйствах. В Маране, как обычно, в погребе, все равно температура достаточно низкая и постоянная поддерживается в регионе. Держит либо в емкостях из нержавеющей стали, либо это в стекле. И, собственно, то же самое. То есть брожение, температура поддерживается постоянно, холодно, брожение остановилось. А когда наступает тепло, это просто вино переливают, когда появляется вот этот углекислый газ, его просто переливают в другую емкость, на какое-то время это спасает. Вот такая технология, такая фермерская технология существовала очень долго. И вино Хванчкара было известно еще, первые упоминания присутствуют в конце, где-то в 70-х годах 19 века. Такую известность широкую это вино получило уже в начале, в самом начале 20 века, когда в 1907 году оно называлось, на тот момент оно называлось по фамилии князей Кипиани, оно называлось Кипиановское вино, и в 1907 году оно получило, это вино получило медаль, то есть вот как раз когда оно получило известность, Гран-при оно получило на международной выставке в Бельгии. Еще раз всем добрый вечер, рада всех видеть, присоединившимся. Так вот, а в 1930 году Кипиановское вино было переименовано в Хванчкару. Ну, то есть, соответственно, невозможно было уже в то время называть вино по фамилии князей, и, в общем, оно было названо, переименовано в Хванчкару. Но до 1942 года это вино и вообще эта технология была именно такая крестьянская, фермерская, да? Это вино было нестабильно, и его хранить и как-то перевозить было проблематично. И в 1942 году, просто версия официальная, да, многим в это не верится, в то, что это в 1942 году было, вот это так могло. Ребята, комментарии, пожалуйста, если только по делу что-то сказать, давайте не будем, давайте друг друга уважать и не отвлекать всех. Если кто-то меня так рад видеть, пожалуйста, там как-то выражайте свои эмоции чуть по сдержаннее. Так вот, в 42-м году Сталин на встрече, вот это много где озвучивается, на встрече с руководством республики поинтересовался, как идет, в общем, что происходит с производством вот этого вина Хванчкара. И это послужило таким толчком, чтобы дальше это к тому, чтобы в срочном порядке была создана комиссия, собрались в Грузии, в том числе ученые, которые бы находились в эвакуации, и разработали технологию уже промышленную, которая заключается в том, что смысл тот же самый, но брожение останавливается холодом. То есть у нас при определенном уровне сахара, при определенной кондиции брожение останавливается, и вино хранится в емкостях, специальных емкостях с охлаждением.
при температуре от 0 до минус 5 градусов. И технология, в общем-то, дорогая стабилизации. Но вот 42-го года все эти вина, природно-полусладкие, стали более стабильными. Это была разработана промышленная технология. И вот как раз дальше мы позже перейдем к Кинзмараули, как раз вино. И как раз вино Кинзмараули было как раз, это наименование появилось в 1942 году. Если у нас в отношении Хванчкары были традиции старые, то Кинзмараули вино, оно относительно новое. Никакие рассказы про то, что это какие-то традиции, про старую кахетинскую технологию здесь не имеют места быть. Это промышленная технология, и остановка брожения происходит в емкостях с охлаждением. Затем несколько месяцев вино выдерживается при низких температурах, потом фильтруется, разливается, либо оно держится, бывают случаи, если нет заказчика на партию, оно может даже несколько лет храниться в этих емкостях с охлаждением, но, как правило, все-таки поменьше, бывает там до полугода. И в законодательстве прописано, что оно должно поступать в продажу не раньше января следующего за винтажом года. То есть все-таки вот это несколько месяцев выдержки, оно прописано. Как делаются дешевые? Просто здесь же расскажу то, что там у нас считается, что Лозаннская долина вино считается природно-полусладким. На самом деле на Лозаннскую долину никто не будет тратить хороший виноград. Это самое дешевое вино. Я прошу просто на него даже не обращать внимания. Это, в общем-то, такой компот. И я просто могу сказать, что чаще всего это подслащёнка, то есть это сахар не натуральный, который там остался, это вино, которое корректируется сгущенным сиропом из виноградным сиропом. Так, то, что касается у нас Хванчкары, я думаю, примерно я все основные пункты обозначила. То есть никакого Сталина, никакого его мало по отношению к Хванчкаре быть не может. И те миллион с лишним бутылок, они вполне те, что у нас описаны, они у нас, в принципе, получаются при всех подсчетах. Да, почему нужно, не сказала, почему нужно это вино пробовать на месте? Да, вино, в принципе, то, что у нас в России продается, это Хванчкара. Правда, не все Хванчкара, но я советую либо смотреть то, что мои рекомендации, либо понимать, что где оно производилось. То есть, если это завод находится в Раче, это хоть какой-то, если в регионе непосредственно находится завод, это хоть какую-то гарантию дает. Хотя не всю, да. То есть не все, что там производится, тоже можно покупать. Почему именно на месте? Есть, в общем, это имеет под собой такую почву и очень такое устойчивое основание, потому что. О, про пропорции, да, сейчас расскажу тоже. По поводу того, почему на месте нужно пробовать. Потому что вот как раз то, что делается в домашних хозяйствах, не фильтровано. При фильтрации теряется, просто по опыту теряется часть ароматов. Самое интересное вино все-таки на месте, которое нестабильно, которое находится в домашних погребах. Но опять же, нужно просто знать хороших виноделов. Но это действительно так, то, что мы можем попробовать на месте, оно сложнее, букет сложнее, при фильтрации, розливе это все обрезается, ароматы. Но тем не менее, настоящую Хванчкару можно попробовать даже в Москве абсолютно легко и просто. Недешево, но это возможно. Какая пропорция сортов в Хванчкаре правильная? Нет никакой правильной пропорции сортов, потому что эти два сорта, Александрауль и Маджоритоли, растут на виноградниках. В Хванчкаре вот непосредственно два сорта растут вместе. Всегда обычно Александрауль больше. И когда вы на этикетке видите пропорцию 60 на 40, это на самом деле такая улыбка,
Потому что, да, Александраулю всегда чуть больше, но точно вычислить никто не может, потому что сдается все вместе и выращивается это тоже все вместе. Никакой точной пропорции быть не может, если только какие-то современные виноградники, где отдельно Александраулю, отдельно Маджоритолю выращиваются. Но везде, где была врача, везде на одном винограднике это растет, и у крестьян это растет, и сдается это тоже вместе. Никто эти два сорта не сортирует и не делит. Только примите к сведению, что да, примерно 60 на 40 получается, но это получается случайно, потому что они растут все вместе, и Александраули, как я сказала, сорта больше присутствует. Вот так у нас выглядит. Это непосредственно недалеко от Риони, непосредственно в деревне Хванчкара виноградники. Еще покажу. Вот это у нас на противоположном берегу. Это Джвариса, это над Бугиули находится. Противоположный берег от Хванчкары. Собственно, вот у нас ландшафт вот такой, выглядят виноградники у нас выглядят таким образом. И вот это вот у нас такой сверху тоже из Жвариса, такой вид осенний тоже, это у нас регион Раче. Кстати, это вот мой любимый регион. Если интересно, какие рекомендации, то, что у нас можно попробовать у нас в Москве. Ну, во-первых, можете посмотреть запись, недавно была мой видеообзор из магазина «Галерея градусов». Я про Хванчкару там говорю. Самое вот, интересное на сегодня от небольшого производителя, у кого несколько тысяч бутылок всего, это не завод. Виноградники свои находятся непосредственно в Хванчкаре. Это фамилия Ломтадзе, это семейная винодельня. Они, кстати, используют небольшие емкости с охлаждением, то есть это такой достаточно такой промышленный способ, но это небольшая винодельня. И на сегодня из того, что бутилируется, опять же, я говорю, что на месте можно попробовать и более интересное вино, но из того, что бутилируется, это самое интересное. Недавно появилась еще Хванчкара в Москве, в том числе, под фамилией Сванидзе. Оба варианта стоят недешево. Ломтадзе стоит где-то в галерее градусов стоит бутылка 3600. Но покупая это, если вы будете покупать подарок, вы можете быть точно уверены, что это как раз Хванчкара в классике, именно из Хванчкары, абсолютно точно, и можете там никаких сомнений вообще быть не может. Вот это вариант, который, в принципе, это сам, она на сегодня самая дорогая в Москве, но оно того стоит. Итак, с Хванчкарой, я думаю, есть еще вопросы по Хванчкаре, но если у кого-то возникнут, еще по ходу можете задавать. Дальше мы передвинемся. Вот, кстати, Ломтадзе. Только что говорили, у нас присоединилось, очень приятно. Ломтадзе Family. Вот как раз это прекрасная винодельня, и это то, что можно в Москве попробовать. И, кстати, если вы будете в Тбилиси в бутиках, это, в общем-то, тоже из того, что бутилируется, и можно купить в Тбилиси. Это, в общем-то, такой очень... Ну, в принципе, самый лучший вариант, один из лучших. Это вот эти бутылки Амилия Ламтадзе. Можете найти потом в Инстаграм. Смотрите, сейчас как раз к нам присоединились. Следующий вариант у нас, мы пойдем теперь в следующий регион, там у нас находится микрозона Твиши, сколько сахара, алкогольная норма для Хванчкары, сахар немножко понизили, значит, норма алкоголя, по-моему, я даже сейчас уточню, норма алкоголя до 12, насколько я помню, для Хванчкары. Сахар понизили. Сахар должно содержаться 30-45 грамм на литр. То есть раньше там промежуток был больше. Алкоголь даже не 12, я не права. Если по документам законодательным, 11% должен быть алкоголь у Хванчкары. Так вот, следующий у нас регион, это район, это Личхуми, соседний район, и там у нас находится микрозона Твиши. И вот это вино Твиши, это белое полусладкое из сорта Цоликаури. Кстати, обнаружила на днях опять новые изменения опять в документах, которые от САК-патенте, в которых прописаны условия все.
Всегда было Твиши. Твиши производится с 52 года. У нас вино, да, с 52 года. Микрозона небольшая. И это природно полусладкое. Тоже это природный остаточный сахар. Удивительно, что обнаружила нововведение такое, что кроме теперь у нас Твиши может называться как белое полусладкое, так и белое креплёное. Не понимаю, зачем это было сделано, потому что никогда не пробовала креплёное вино в Твише. И даже не знаю, кто его делает. И я просто, честно говоря, слабо представляю, зачем делать Твиши из этого нежного винограда делать креплёное 18 градусов вино. Но таким образом, вот сейчас прописали буквально недавно, я обнаружила в новом документе о ЦЭК-патенте, обнаружила, что еще и креплёные могут быть Твиши. Ну ладно. Это на их совести, я думаю, что они как-то это обосновывают. Я думаю, что зачем-то это было, кому-то зачем-то было нужно. Вот то, что касается Твиши. Твиши у нас, как вы, если вот я обращала ваше внимание, на экспорт идет 298 тысяч бутылок. И вот здесь я, у меня вот вопросы, которые, поскольку официальные цифры у нас нигде не опубликованы по площади виноградников, до сих пор площадей нигде нету, нигде не озвучено, ни на каких официальных сайтах, но просто такая инсайдерская информация, скажем, да, то есть это метод такой экспертных оценок, когда просто у знающих виноделов можно узнать, несколько раз спросить у нескольких, сколько в микрозоне сдается виноград. В этой микрозоне сдается, опять же, методом экспертных оценок, сдается 50-60 тонн всего винограда сорта Цолькаури из микрозоны Твиши. Сейчас я покажу, как выглядит на карте микрозона Твиши, насколько она небольшая. Вот, смотрите. Эта карта как раз официальная, из официального документа САК-патенте. Так вот, у нас, видим мы, Твиши. Очень небольшая территория у нас. Правый берег реки Рионе. И всего лишь два населенных пункта – Твиши и Альпана. Твиши, понятно, сердце микрозоны. Пусть вас дальше вот вверх туда от Твиши эта полоска не смущает сильно, потому что там виноградников практически нет. Дальше у нас только в Альпане. Здесь вдоль реки, там скалы. Насколько я понимаю, микрозона, предыдущая карта, которая была на 2010 год, она как-то была обширнее. Сейчас они почему-то ее совсем так сократили. Только вот один такой узкая полоса, узкий берег. Микрозона на высоте 435 метров в среднем находится. 15 квадратных километров протянулись узкой полосой. И вот сейчас оставили, вот на этой карте видно, что оставлен только один берег Рионе. И, в общем-то, это практически только один населенный пункт, это деревня Твиши. Чем отличается, почему вот такая необычная микрозона, чем отличается вино из винограда Цолькаури в этом населенном пункте? Цолькаури сорт, я в предыдущих эфирах говорила, сорт, который самый распространенный в Западной Грузии. Он растет во всех регионах, и его много. Но то, что почему в Твише? В Твише уникальные природные условия. Это узкое ущелье вокруг скалы. С одной стороны, когда у нас солнце оно падает, у нас это в Твише это юго-восточный склон, то есть самый благоприятный. И напротив скала, на которую солнце светит, нагревает, и потом ночью в том числе эта скала отдает тепло. И постоянно дует, ночью очень интересно, дует такой теплый ветер, то есть виноградники еще и продуваются. То есть настолько уникально, то есть еще воздушные массы в ущелье не застаиваются. И такие уникальные условия позволяют дать Цолькаури, который отличается от других, от всех регионов. Цолькаури здесь очень нежный, очень с тонкими ароматами яблок белого налива, ранних яблок, таких с розовым бочком, меда и трав. Он такой очень элегантный, очень такой нежный, тоже такой и теплый. И такие ароматы, если вы, именно находясь в Твише, попробуете вино, вы просто поймете, что вы потом не спутаете, вы поймете, что такое настоящее Твише.
И так вот, с Твишей у нас здесь получается как раз нестыковка. Казалось бы, 298 тысяч бутылок всего заявлено, но из 50-60 тонн винограда из микрозоны сделать такое количество бутылок невозможно. Когда мы были, когда приехали с нашими гостями крымскими, с крымскими виноделами известными, когда мы приехали в Твиши, когда они попали, первое, что они сказали, когда они увидели это ущелье, было удивление, они говорят, а как же, откуда тогда все эти бутылки, где вообще здесь виноградники, откуда бутылки все, которые вот в таком количестве мы встречаем у нас. Вот, да, при том, что обычно очень много разговоров, что его мало, про Хвончкару, про там Усахилаури, но на самом деле действительно то, чего мало, это действительно Цоли Каури из Твиши мало, и я, как я уже сказала, эту ароматику вы не спутаете ни с чем. К сожалению, Цоли Каури много везде в других регионах, ну, дальше думайте сами. Официальной информации у нас по площадям виноградников все равно нету. И, например, Твиши, достойного Твиши, я практически не знаю того, что можно купить в Москве. Ну, можно попробовать, скажем, от завода Royal Хвончкара. Есть еще один производитель тоже присутствует, но практически вот то, что касается Твиши, я просто говорю, что то, что стоит, приятное полусладкое белое из соли каури, да, есть на полках, но как человек, который перепробовал очень много Твиши непосредственно на месте и с использованием диких дрожжей, то есть когда не перебиваются ароматы, именно которые должны присутствовать, я могу точно сказать, что большинство из того, что присутствует, это не Твиши. Да, практически говорю то, что я не знаю. Не знаю, кто обрадуется тому, что я говорю, но ладно. Я не виновата, нужно опубликовать официальную информацию для того, чтобы делать какие-то выводы. Вот просто хочу показать вам это ущелье со спутника, как выглядит Твиш. Это действительно узкое ущелье. Выглядит оно... Вот, очень красивое место. Это мое тоже одно из самых моих любимых мест. Посмотрите, какие вот эти вот с двух сторон скалы. С одной стороны массив Хуамли. Тоже такая легендарная гора. И вот под этой горой находится Твиш на разных уровнях. Внизу там Риони река, и как раз вот это примерно практически центр Твиши, откуда сделана фотография. И здесь вот очень можно видеть хорошо, что это такие два берега моря. Здесь когда-то было море на этой территории. Абсолютно точно, потому что находится вот этими слоями, слои осадочных пород, чередуются со слоями гальки, круглый такой, который можно на любом побережье моря увидеть. То есть море здесь было однозначно. И, скорее всего, вот эти две скалы — это два берега этого самого древнего моря. Место красивое. Как я говорю, что здесь самый-самый нежный Цоли Каури. Вот как выглядит сам виноград Цоли Каури в Твише. И вот это вино как раз вот такого нежного. Здесь делают вино без использования мезги, то есть это практически такой европейский способ, оно такое светлое, прозрачное. Коренише в микрозону Твиши не входит, по официальным данным. Я тоже до недавнего времени рассказывала, что в микрозону входят Коренише, Меквена, Дерчи и противоположный берег деревня Орхви. Сейчас абсолютно точно видно по новой карте. Я, кстати, не знаю, почему, у меня сейчас вот просто не позволяет. Она у меня закачана в телефон, эта карта новая. Но вот, к сожалению, видимо, технически я не могу, я не вижу ее у себя просто в списке. Но это вопрос компании Коренише. В общем, сейчас по новой карте, которая опубликована, можете зайти на сайт SAC Patente. Вот, к сожалению, она у меня здесь не прогружается. Хотела показать очень. Там точно видно, что Коренише не входит. И прописано, и в текстом прописано, что входит только Твиши и Альпана. Вот на сегодняшний день это так. И там просто четко по карте видно, что это очень узкая полоса внизу, и никуда вверх, и никуда никакие ни Меквена, ни Дерчи уже в микрозону в эту не входят. Из какого винограда тогда делает Твиши компания Бодогони? Ну, я думаю, что нужно спросить у компании Бодогони, из какого винограда они делают Твиши, да. Ну, наверняка они скажут, что из Цоли Каури, из Твиши, и везде это пишут. Ну, просто я говорю, что на это количество, которое у нас производится
И даже те 298 тысяч бутылок заявленные, ну никак они вот, вот почему-то при таких подсчетах не сходятся. Ну, либо нужно опубликовать цифры какие-то, чтобы не было ни у кого сомнений. И следующий у нас вариант как раз тоже просто уже замучилось сделать замечание людям. Тоже у нас в этом же регионе у нас находится... Вино — это не выделенная пока микрозона, ведется работа, ведутся споры. У нас вот здесь же тоже примерно в этом регионе находится, вот если где-то, где видите красную отметку, это Окуреши. Как раз кто слышал, Зуби и Окуреши — две деревни, между которыми находятся вот в этом районе. У нас правее находятся Твиши, но через перевалы, через горный хребет. И через перевал, вот там у нас выше у нас Цагери, и здесь же у нас находятся виноградники, небольшое количество виноградники сорта Усахилаури. Сорт редкий, к 2000 году он практически исчез, и благодаря энтузиастам стали этот сорт выращивать, восстанавливали буквально, просто по домам ходили, посадочного материала не было, брали черенки, резали и сами прививали. Несколько виноделов в этом районе, которые вот таким образом восстанавливали виноградники. Усахилаури действительно тоже, он, тоже его туда же и к Сталину приплетали, да. Вот я еще раз просто покажу карту. Смотрите, там вот у нас Твиши, у нас Рионе у нас правее это Твиши, там у нас Хинисхали, между находится у нас туда, вот ближе ко второй реке, если мы будем двигаться налево, там у нас находится Окуреши. Вот так выглядит виноград, очень красивый. Но, опять же, если мы будем, если у нас пойдут разговоры, что его мало, и опять начинают рассказывать, что там чуть ли не 1000 бутылок этого сорта. Это самый дорогой сорт, это самый дорогой виноград, действительно. Его и принимают дорого, и вино из него дорогое. Из него... но его собирают, тем не менее, на сегодня... История сложилась такая. Его именно там, где положено, в Личхуме, на родине этого сорта, где-то, ну, по старым данным, опять же, 2004 года, его там было 8-9 гектар, сейчас его больше, его еще посадили с тех пор, просто визуально. И еще есть такая удивительная вещь, посадили большая компания, винная посадила Усахилаури в Кахете. И вот там его, по-моему, 39, если я правильно помню, я сейчас даже уточню, сколько у нас Усахилаури. А, нет, больше, 49, на 2004 год. 2004 год в Личхуме 8 гектаров, на родине, непосредственно в месте, где он и должен расти. И 49 га в районе Гурджиани посадили в Кахете. Поэтому, когда вы увидите, вы сможете увидеть, в Грузии тоже стоит недешево, вы увидите на бутылках Усахилаури, который сделан в Кахете. Ну, ваше право, но я просто могу сказать, обращайте внимание. Усахилаури должен быть из Личхуми. Тем не менее, в Личхуми собирается сейчас, тоже опять же методом экспертных оценок, собирается 30-40 тонн с гектара. Всего 30-40 тонн в год. Урожайность небольшая, но тем не менее. Так вот, можете посчитать, что 30-40 тонн, даже если мы будем выход брать по 0,5, все равно у нас достаточное количество бутылок получается. То есть, ну, это не 1000 бутылок, как рассказывают тоже сказочники. Все. Как-то я прям сегодня... так, разошлась. Вот, собственно, это виноградник. Интересный виноградник. Осенью листья становятся красными. И просто это очень красивое зрелище. И на фоне красных листьев такие красивые грозди висят. Вот это виноградник. Так выглядит. Это так выглядит самый красивый виноградник, на мой взгляд, по моей версии, Усахилаури. Собственно, вот на подъезде к винограднику тоже такие красивые виды. И, в общем, места просто потрясающие. Усахилаури сорт, еще нужно сказать, он требует большого внимания к себе, больших трудозатрат, и
он начинает, из него вино можно делать только где-то через 7 лет. То есть 7 лет того, что еще я пытаюсь объяснить, почему такая цена, потому что было очень много труда вложено, чтобы восстановить этот сорт, и очень много приходится работать. Можно про органолептику усахилаури вопрос. Самый типичный для усахилаури – это такая спелая черешня, которая просто такая вот такая темная, темная, практически на грани, практически переспелая черешня. И интересный тон, который часто встречается, это тон, знаете, груша-дичка. Груша тоже такая, вот она, когда она коричневая уже, вот такой тон очень часто встречается, присутствует. То есть эти две вещи, плюс еще пряности, это такое бархатное, такое нежное вино. Но вот основные, то, что я выделяю, основные два тона, это спелая, очень спелая черешня и груша-дичка. Итак, у нас... Я как-то сегодня прямо так долго рассказываю. Причем даже гостя у нас сегодня нет. Ну, как-то так получается. Хотела быстро, на полчаса, но тема уж больно обширная, да? В общем, в этом регионе мы три... Я эфир назвала «Сладкий как мед вина Колхиды». Это упоминание было именно в таком виде, упоминается в древних текстах историками. Как раз это территория Западной Грузии, это территория государства, древнего государства Колхида. И эти вина славились, и о них писали. Но есть еще один регион, одна большая микрозона в Кахете, это Кинзмараоли. Вот как раз мы смотрим, это у нас Кахете. Если мы будем смотреть, вот посредине это Лозаннская долина, и посредине у нас река Лозань. Вот как раз дальний берег у нас... Три микрозоны там на Париуле, Кварели, Кинзмараоли. Вот так мы посмотрим. Опять же, если когда нам рассказывают, что всего 120 гектар, и Кинзмараоли невозможно мало, я могу сказать, что вот оно, это самая большая микрозона. Опять же, цифр нету, но в старых источниках написано, что 2400 гектар. Никаких не 120. То есть отсюда... Но, тем не менее... Повысили, раньше здесь было 7, прописано 7-8, урожайность должна была быть 7-8 тонн с гектара сорта Саперави. Кинзмараоли делается из винограда сорта Саперави. Так вот, раньше было прописано 7-8 тонн допустимой урожайности, сейчас разрешили 10, и еще прописали, что 15% винограда может быть из другого района Кахети. И таким образом, мы помним, у нас 17 миллионов бутылок. С натяжкой, если мы все это перемножим, с натяжкой у нас, конечно, такое получается. Нужно учитывать, что не все 2400 гектар покрыты виноградниками. И, в общем, я не знаю, кадастр по этой микрозоне готов, но, опять же, нигде цифры не опубликованы. И эти 17 миллионов, они, конечно, формально проходят, но уже с большой натяжкой. Но, тем не менее, 2400 гектар – это не 120, которые написаны в Википедии. И поэтому я уже устала спорить со всеми, особенно делать замечания блогерам, которые берут эти 120 и начинают рассказывать, что все остальное там – это вообще непонятно что, и вина так много получиться не может. Формально может. Формально те 17 миллионов бутылок, которые озвучены, они получиться могут и, видимо, получаются. Не все они, возможно, с природным сахаром. Сколько вина производилось во время СССР в Грузии, сколько производится сейчас? Я не скажу сейчас цифры, которые при СССР были. Сейчас мы можем сказать, сколько производится, неизвестно. Сколько производится для внутреннего потребления, мы тоже не можем сказать. Но сейчас официальные цифры в прошлом году экспорта – это 94 миллиона бутылок. Всего вина бутилирована и вышла. Это то, что экспортировалось из Грузии. То есть мы можем посчитать только эти бутылки. То, что для внутреннего потребления внутри продается, мы, естественно, посчитать не можем. На самом деле площадь, опять же, есть еще вопрос, площадь, раз уж задается, площадь виноградника где-то в 55 тысяч гектар вполне себе позволяет эти 94 миллиона бутылок производить. Поэтому тоже рассказы про то, что там вот столько миллионов, откуда, где виноградники. Нет, виноградников хватает, формально всего хватает. Другой вопрос, что разного качества вино бывает, но виноградников вполне достаточно для такого количества вина. Так вот, давайте я, наверное, сейчас вот...
На этом моменте сейчас запишу эфир, чтобы у нас там проблем не было. Потом я еще раз зайду, расскажу про Кинзамараули еще. Опять мы вспомним про 42-й год и про все остальные, легенды про Кинзамараули. Просто еще потом минут 10 мы еще второй час начать. Я пыталась успеть, но я вижу, что я не успеваю. Давайте торопиться не будем. Если еще будут вопросы, сейчас я что скажете про Хошени? Хошени микрозона, которая небольшая микрозона, которая на противоположном берегу находится, тоже полусладкая. Но она маленькая, ее гораздо меньше. Оно дает другие совершенно ароматы, как, в принципе, саперави, ну и любой другой сорт на разных терруарах дает разные характеристики, разную органолептику. Но хошени отличается. Если у нас там, где Кинзамараули, у нас черные сланцы, у нас очень сильно отличается почва. В районе Хошени у нас известняк, очень большой слой известняка, и там вино более минеральное, более кислотное, то есть оно отличается. И Хошени микрозона гораздо меньше, чем Кинзамараули, и, как я уже сказала, там получается гораздо меньше. Итак, я сейчас записываю эфир, и мы возвращаемся через пару минут. Не расходитесь, у кого есть вопросы, задавайте, и еще закончим про Кинзамараули.